скоро пойду на массаж. Забочусь о себе, о своем теле, о здоровье для того, чтобы в кадре выглядеть конфеткой. Тем более вы скоро это все увидите. Как бы, да? Хотя сегодня было не палящее солнце. Сейчас идет дождь. Ну, хоть было и жарко, и душно, но видите, да? Мораль всей басни такова. Мазаться при любых обстоятельствах. Я вам говорила, что сегодня будет короткий день. Но хочешь насмешить, расскажи всем о своих планах. Нет, 7 часов вечера. Только вернулись. Сложно. Интересно. Не могу вам ничего рассказать, но происходит то, что никто не мог предположить и представить. Поэтому я очень люблю жанр реалити «Звезды в Африке». Хорошо, что есть дорога, по которой можно идти. А вот эти звуки просто послушайте. Но должна сказать, что спа-центр здесь просто потрясающий. Массаж, ну вот, наверное, один из лучших, который я делала когда-либо. Вот Капама. Wellness Center просто топ. Ну и это мой любимый бассейн, потому что здесь такие виды. Hello! Тут такие виды. Да, вечером. Ну это просто же сказка. Можно смотреть так вечно. Ой, ну это просто такое блаженство. Массаж лица, массаж всего тела, с такими звуками уже, вы знаете. Кайф. Хочу то постоянно, хотя бы раз в 2 дня, сразу в такой релакс. А вы любите массаж? Прихожу я, значит, после спа к себе в номер в надежде побыть одна, почитать сценарий, насладиться тишиной, прекрасным звуком мотыльков или лягушек. А тут... Вот что вы мне тут устроили? Что это? Вот вообще... Мадина шьет. Соня зачем-то открыла дверь. Даша что-то тут... Катя, девочки. Выход там. Вы понимаете, как бы, да? Но это вот к вопросу о том, какая у нас легкая профессия. Mm-hmm. Нет, а я ее очень люблю. Кстати, какой личико хороший после массажа. Но по вечерам мы не наслаждаемся тишиной. Я читаю сценарий, готовлюсь к съемкам. Девочки что-то подшивают, нашивают. И еще у нас примерки. Стараюсь привыкнуть, аккумулировать энергию. И ложиться не в 2, а в 3 часа ночи, как я в Москве привыкла это делать. А когда есть возможность лечь раньше, стараюсь этой возможностью воспользоваться. Поэтому примерка состоялась, долгая, длительная, утомительная. Я уже умылась, всю себя алоэ намазала. Места, где подгорело. Читаю сценарий на завтрашний день и буду стараться заснуть. Завтра у нас длинный день. И во сколько он закончится, я не знаю. Спокойной ночи, мои хорошие.
упражнения. Нельзя очень резко заниматься спортом, потому что тело немножко отвыкло от нагрузки. Свободное время я трачу на себя. И первое упражнение очень простое. Мы приседаем и отводим ножку по очереди. Делаем два круга, каждое упражнение по 20 раз. Раз. Два. 20 раз. Раз. Следим за коленями, чтобы не выходили за пределы пальцев ног. 20 раз. Приседаем. Два. Так. Какая приятная боль. Но вы помните, да, что перед спортом мы обязательно разминаемся, просто я не трачу на это свои драгоценные сторис. Идем дальше. Идем дальше, загружаем сначала ножки. Это экспресс-тренировка, 20 минут, и вы в тонусе. Левую назад, выпады, следим за коленем, носим и сюда, в сторону. Это раз. Это два. Таких 20 раз. Повторяем то же самое с другой ножкой. Выпад назад. Подставили. В бок. 20 раз. Тяжело. Долго без спорта. Но ничего. Можно я не буду говорить, потому что сложно даже стоять? Продолжаем загружать кор. Спинка работает. Плечевой корпус. Обратно в планку. Алена, можно попроще упражнение? У меня 3 месяца не было спорта. Заниматься на улице была прекрасная идея. Капли водицы на моей футболке, но это не важно. Я хочу привести себя в форму. Так, отжимания. Двадцать раз. На свежем воздухе прикольно заниматься, что много пространства. И можно просто выпады ходить и заодно прокачивать ягодицы, ножки. Заметьте, все делаю без груза. Собственным весом. Обязательно разминка перед и заминка после. Все, над чем работали, все тянем, чтобы завтра ничего не болело. Заряд на день получен. Полчаса для себя любимой. И поверьте, тело вам скажет спасибо. А я на своем примере, учитывая, что я каждый день работаю, встаю в 6-7, вам докажу, что спорт творит чудеса
если только вы этого захотите. На работу. Конечно, я буду сегодня по-другому выглядеть. А в чем вы увидите скоро на канале ТНТ. Всем хорошего дня. Кто следил за мной в прошлом году, знает, что это еще одна гримерка, одна полевая. Если интересно вам полевую гримерку показать, голосуйте, да, нет, я вам ее сниму, просто чтобы вы понимали. Это гримерка на площадке, и в этот раз она еще лучше. Здесь у нас обычно происходит после вечерней съемки распаковка образа, но поскольку волосы сейчас у меня свои короткие, она происходит очень быстро. И у нас до мотора буквально полчаса, поэтому немножко вам показываю обстановку. Но самый... Там наряды, я не могу полить. Но самое приятное, вы понимаете, что у нас лучший продакшн, лучшая команда и лучшие продюсеры шоу, которые находят для меня колбаску. Я позанималась спортом, поэтому можно. Это мой завтрак на целый день. Спасибо, девочки.